Праздничное мероприятие в Доме культуры поселка Петровска открыла выставка «Вдохновение». Ее организовали женские клубы городского поселения «Горки Ленинские». Вышивка гладью, батик, макраме, вязание, бисероплетение, декоративные панно и картины. Почти 50 творческих работ, представленных на экспозиции, не похожи одна на другую. Каждая выражает индивидуальность автора. Но всех участников объединяет общее увлечение – искусство создавать своими руками из обычных материалов и эксклюзивные вещи. В этой выставке участвует в этом году наш клуб, как уже организатор, и клуб «Вдохновение» деревни Белеутово. Также здесь у нас представлено несколько работ жителей деревни Калиновки и Горок Ленинских. В принципе, мы, конечно, будем привлекать еще и других поселений, имеется в виду наших Горок Ленинских. С удовольствием будем эти работы выставлять. Поэтому очень рады, что у нас такая сложилась творческая дружба. Фойе для маленьких жителей поселка был организован мастер-класс «Цветочек маме». Я делаю цветок маме на 8 марта. Мам, с 8 тебя марта. Счастья тебе. И чтоб у тебя все получалось. Я его сделала из бумаги, когда на 8 марта, чтобы маме было красиво. Праздничное мероприятие продолжил концерт по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию», посвященный Международному женскому дню. Музыкальными и танцевальными номерами порадовали жители поселка участники творческих коллективов досугового центра «Юность». Готовились к данному празднику очень весело, потому что праздник 8 марта предвещает весну. Мы долго готовились, детские коллективы очень много репетировали данное мероприятие. Поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим весенним праздником и заместитель руководителя администрации городского поселения Горки Ленинские Сергей Губанцев. Вы добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Вы хранительница самых важных ценностей семьи, любви, верности. Любые невзгоды и преграды легче преодолевать, когда рядом матери, жены, сестры, дочери. В этот день только вам слова благодарности. Всего вам самого хорошего в наступающем празднике. Особое умиление у зрителей вызвали самые маленькие артисты. Малыши – участники студии «Ритмики». Руководитель кружка Полина Петрова признается, что очень переживала за своих воспитанников, потому что это их первое выступление перед большой аудиторией. Самое сложное – выйти, потому что на сцене бываем очень редко. Все у меня здесь три коллектива, получается, Майский детский сад, Горки Ленинский и вот Петровская. Мы соединяемся в одну группу на выступление. И вот сегодня мы некоторые даже первый раз вышли на сцену. Дебют. Эмоциональные сольные выступления и зажигательные танцы стали настоящим подарком и ни на минуту не давали залу скучать. Каждый новый номер публика встречала бурными аплодисментами. Концерт подарил зрителям много радостных эмоций, а улыбки в этот вечер говорили об одном – праздник, несомненно, удался. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».